Вот, посмотрите, даже отсюда я не могу полностью все снять. Все, мы заходим. В самой высокой точке нам уже страшно. Не очень страшно. Вот мама тут радуется, а мы все боимся. Какая огромная наша Анталия. Смотри, но это только для взрослых. Будто вот падаешь в свободном падении. Мы ставим лайк этому аттракциону, правда, зачетный. Всем привет, это канал Turkish People. Меня зовут Андрей, я уж гид по Анталии. Сейчас я нахожусь возле торгового центра 5M Migros. Но мы сегодня туда не пойдем. Мы пойдем в Актур парк. Это анталийский парк развлечений. Сейчас мы пойдем на самое большое в Турции колесо обозрения. Вот вы его видите? Это просто что-то. Как вы можете видеть, прошлое колесо намного меньше. Я не знаю, я немножечко, мне страшно. Расскажем, сколько стоит, как сюда можно доехать. Ну и расскажем наши ощущения, насколько оно высоко и видно ли всю Анталию с него. Именно с этой остановки уезжают автобусы в Кемер. А вот с той приезжают. Видите, стоят автобусы. Есть и городские, есть и долмуши. Долмуши – это маршрутки. Кемер. Но это не только колесо обозрения, это самый экстремальный парк по мне. Мы на этой штуке давно катались, нам было очень страшно, видите, как кричат? Да, они сейчас повернутся раз резко в другую сторону. Только было ощущение, что шея оторвется. Сам парк аттракционов открывается в 17:00. Это 5 часов. Ну и понятно, зачем в жаре работать этому парку. Он же ночной, посмотрите, как он красиво светится. Вот цены аттракционов, которые находятся в этом парке. Здесь сначала нужно купить карту и на нее положить деньги. В зависимости, какую сумму денег вы положите, они там дадут вам еще в подарок дополнительно. Вот если 40 лир положите, вот 4 лиры будет подарок. Если 500 лир, аж вот 100 лир подарок. Вот депозит карты 2 лир. Вот. Карту можно, кстати, вернуть обратно, и деньги вам вернут. Вот здесь по-русски даже написано. Вход взрослый билет стоит 30 лир. Дети до 10 лет стоят бесплатно, но они могут попросить документ. У нас для турков это кимлик, это удостоверение личности. О, посмотри, такая очередь. Но мне нравится то, что отдельный вход, потому что, видите, никого нету. Вот так медленно ездит кабинка. Мы вам ее потом покажем. Вот, давайте сходим, посмотрим, купим билеты, ну, и покажем вам. А еще тут есть VIP-кабины. Как говорят, там на 4 человека стоит 200 лир. Вот, мы уже покупаем билетики, пришлось купить карту. Посмотрите, и вот вход. Сейчас зайдем. Тут написано, что нельзя брать с собой. Это, конечно. Вот, все, купили. Вот, карта оказалась стоит 2 лиры. Ее можно сдать обратно. Оплатили 62 лиры. 62 лиры. Ну что, пойдем? Пойдем. Посмотрим. Мне очень интересно. Это, конечно, экстремалы на этом аттракционе катаются. Вот, посмотрите, даже отсюда я не могу полностью все снять. Огромный высота аттракцион. 90 метров. 90 метров, говоришь, 90 да? 90 метров. Сказали, самый большой в Турции. Вот, тут вход. Посмотрите, нужно подниматься туда. Сам аттракцион длится 18 минут. Вот, я уже прохожу. Все, мы прошли. Да, теперь дальше опять очередь. Дальше очередь. Вот по таким ступенькам. Почему мы не пришли в первый день? Мы знали, что здесь будет ажиотажно, будет огромная длинная очередь. Ну и сейчас не такая уж она короткая. Видите, как медленно кабинки ездят. Но они ездят. Знаешь, они очень похожи на кабинки на телеферике. Да. На канатной дороге. Вот подъезжает наша кабинка. Мы сейчас все будем заходить туда. Анечка, ну что, как тебе, страшно? Нет, мне не страшно. Тебе страшно? Нас нет. 33? Да. Прикольно. Все, мы заходим. Вау! Быстрее заходим. Все, сели. Иди сюда.
Тут работает кондиционер, видите, закрылась кабинка. Все, мы едем. Да, прям, не знаю, в тарелке едем. Звук такой вот эхом отдает. Прикольный звук! Есть мониторы. Давайте смотрите. Время, давай засечем время. Давай. Сейчас 20:15. Потихоньку едем. Быстренький обзор тарелки. Удобные кресла. Видите, они кожаные, новенькие. Есть стол. Стол есть в каждой кабинке. А VIP это у них от количества людей. Да. А не от внешнего вида кабинки. Мне нравится. И тут есть кондиционер. То есть не душный. Кабинки закрытые. Единственное, что окна уже не очень чистые. Самой высокой точке нам уже страшно. Не очень страшно. Смотрите, как мы высоко уже. Я думала, чуть-чуть низко. Но мы уже на уровне вот того колеса обозрения старого. Да. Вот мама тут радуется, а мы все боимся. Да нет, я просто считаю, когда мы до самой вершины доедем, уже почти доехали. Все внизу маленький. Знаете, что напоминает? Как вот в самолете взлетаешь, все так уменьшается. Летишь в самолете резко, опа, и все маленькие. А это медленно, машинки маленькие, тоже свет. Уже где-то там уже далеко. Люди крохотные уже стали. Нет, тут правда 90 метров, это круто. Мне кажется, днем было бы гораздо больше видно Сантали, а так мы видим много-много огней вокруг. Но очень быстро потемнело, надо было прийти буквально на минут 40 раньше. Да. Ну что, добрались до вершины мы? Да. Почти на самой высокой точке. А вы? Я не представляю, как. Ты что? Страшно. А вы вниз посмотрите, смотри, какие маленькие машинки там. О, какой парк, где мы только что проходили. А людей уже трудно различить. А я уже вижу море, смотри. Да, вот там вот в темноте это море. Мы просто знаем, где он. И там вот набережная Кони Алты вот освещается. Красивая полоска. Я думаю, мы сюда еще придем. Мы кого-нибудь из наших гостей сюда позовем. Да, и придем мы пораньше. Раз парк открывается в 5, ну часов в 6 надо приходить сюда. Чтобы было гораздо больше видно. Но в то же время очень красиво, когда все светится, мигает. Вот ты не знаешь, как лучше. Кстати, я пока говорила. Ребята, мы сейчас подбираемся к самой вершине. Вот она еще пока над нами. Это кабинка, а скоро будем мы самыми высокими. Нет. Считаем. Сколько осталось? Так, давайте считаем секунды. Две кабинки. Так, вот сейчас мы. Раз, два. Три! Нет, еще не три, понимаете? Они так медленно, очень плавно едут. Это даже не канатная дорога. Канатная дорога движется гораздо быстрее и руками. А это вот, я, как будто ты в каком-то другом месте находишься. Нет, это здорово. Ты посмотри, как уж на вершине стало видно там Анталия. Вся эта самая горная дорога, которая вот идет в сторону Анкары. Ребят, мы сейчас будем самыми главными на самой вершине. Вот. Так. Так медленно движемся. Да, ждаем. Прям секунды остались. Все, мы... Видите, что уже ниже становится у нас. Мы это сделали. Мы теперь главные большие. Мы сейчас на самой высокой точке Анталии. Боженьки мои, все здесь маленькое. Посмотрите, как это все выглядит. Это прям что-то вау. Что-то новое. Парк Анталия. Какая огромная наша Анталия. Смотри, какая песня символичная. Я не боюсь Корквейеров. Я не боюсь. А тебе не страшно? Нет. О, самый смелый у нас ребенок.
светится. Красиво очень? Да, красиво. Мы пока здесь сверху были, мы тут рассмотрели полностью парк. Разглядели, какие интересные аттракционы здесь есть. Вон там в воде выезжают. Мне бы хотелось туда сходить. Нет, парк очень достойный, я вам говорю. Мы тут были раньше, нам тоже очень понравилось. Да, но они аттракционы, смотри, поменяли. Мы тут не были в прошлом году. Мы уже приближаемся к завершению нашей поездки. Если вы вдвоем с девушкой, то это вообще такая романтическая поездка. Предложение руки и сердца можно даже здесь сделать. А так нам было весело, интересно. Мы довольны. Мы ставим лайк этому аттракциону, правда, зачетное. Нам понравилось, много красивых фоток получить. Особенно, нужно чуть-чуть пораньше приходить все-таки. Мы опоздали за красивыми фотками. Да, мы думали, что самое красивое, это когда аттракционы все светятся и будет здорово. А оказалось, что фотографии чуть сложно сделать. Быстрее! Смотрите, мобильный телефон даже подсоединить можно. Сейчас будет открываться. Мы выходим. Давай, все? Все, наша кабинка, пока-пока. Мы выходим. А здесь большая очередь уж. Кстати, тут даже есть лифт для инвалидов. То есть инвалидам тоже можно сюда приезжать. Сейчас мы расскажем о наших впечатлениях. Мы только что вышли из этой кабинки, с этого огромнейшего колеса обозрения. Никогда на таком не катался. Нам понравилось. Ставлю этому аттракциону лайк. В принципе, экстрима мы супер не испытали, но нам очень сильно понравилось. Мы увидели нашу любимую Анталию. Вот. Но все равно это место однозначно нужно посетить. И местным, и туристам. Ой, я еще все смотрю. Не, правда, очень красиво. И это так здорово, когда это все светится. Мне понравилось. А смотрите, еще как классное место. Можно внизу здесь посидеть в кафе. Как говорится, продолжить хорошую, приятную встречу в компании. Но мы сейчас пойдем по самому парку. Покажем, что здесь есть и сколько это стоит. Здесь очень-очень шумно, но такой музыка энергичная, бодрая, прибавляет настроение. Вон детки танцуют наши. А как люди тут кричат, значит здесь что-то страшное. Сейчас идем это смотреть. Это crazy dance. Детям старше 12 лет только. Стоит 8 лир. Это водный аттракцион. Посмотри, там видите вода? Вот, смотрите. Не знаю, тарелки их назвать. Они заезжают и съезжают оттуда. Этот аттракцион Рио Рапидо стоит 8 лир. Смотри, какой страшный аттракцион. Сейчас вверх-вверх поднимаются люди. И потом резко падают со скоростью свободного падения. Это новый. Да тут вот здесь этажёные на таких обычных кричат. Здесь есть аттракционы, в принципе, наверное, на любой возраст. И для малышей, и для постарше. Давай ближе подойдем. Ты посмотри. Но это только для взрослых. Такая ракета. Да, люди страшно. Раньше это... Зато был самым высоким здесь аттракционом. Теперь, конечно, вот это колесо обозрения, просто громадное оно. Он капитан Барбаросса. Мы на нем с тобой катались. Он просто раскачивается высоко. И потом вот, как будто вот падение. Как будто что? Нет, как будто вот падаешь в свободном падении. Тоже старше 12 лет этот аттракцион. Колесо обозрения работает. Кто-то и на нем катается. А мне кажется, старое колесо обозрения было более страшным, потому что там были открытые кабинки, и очень было надо было держаться за колесо, которое внутри там находится, чтобы, не дай бог, не упасть. О, как громко кричат-то люди. Вон там. Посмотрите, несколько...
людей немного катается, а еще больше стоит и смотрит на это. Наслаждаются чужими криками и страхами. Ощущение в этом парке такого постоянного безудержного веселья, шум, гам, музыка громкая, много людей. И смотри, сегодня ведь будний день, а все равно очень много людей присутствует. Не знаю, мне нравится здесь. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш YouTube-канал и нажимать на колокольчик. А еще у меня есть Instagram. Всем пока!